Освободился пост главы администрации Саратова. Александр Буренин ушел в отставку, написав заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности главы администрации будет экс-зампред председателя областного правительства Валерий Сараев. Напомню, Александр Буренин возглавлял саратовскую администрацию 2 года. По сути, произошла политическая рокировка. Новым местом работы Буренина, по сообщениям СМИ, возможно, станет должность зампреда в областном правительстве. Это кресло ранее как раз и занимал Валерий Сараев.